машин. Новый автобус. Новый, да, но сыровато. Ну, надо доделывать, там где-то подкручивать, там вся. Надо будет это. С автозавода, Нефас. Да. Вот, под названием КАМАЗ. Автобус вот такие, фары красивые, да? Ага. Вот, ну, вовнутрь. Так, кабина водителя. Ну, тут как примерно в самолете. Кнопки, кнопки и кнопки. Ну и эмблема КАМАЗа. Так, ну кондиционер-то есть? А? Кондиционер есть? Здесь нет кондиционера. Вот почему производители не ставят на автобусы кондиционеры? Я вот не понимаю. По идее, вот, ну, жарко, например, да? Все должны потеть. Ну, экономят, наверное, скорее всего, да? Нет, почему? Если хотят, они могут установить. Они же есть в продаже, как говорится. Никто бы установил. Сиденья в упаковочке новенькие. Запаска на полу. Вот. Стекла такие красивые. Так, вот. Ручки для того, чтобы пассажиры держались. У кого роста не хватает, до основной ручки дотянуться. Двери красивые. Вот. А здесь что? А здесь, наверное, отделение для двигателя, скорее всего. Вот такой интересный отдел, потому что автобус низкий. И как бы автобус следует набережной Челны. Новый автобус городской будет ходить по набережным Челнам. Так, здесь, значит, отделение для инвалида есть. Вот так вот красной ручкой закрывается. И можно пристегиваться даже. Ремни безопасности есть для инвалида. Ну, форточки. Форточки, интересно. Прямо в стекле рамка. И сдвижные такие форточки. Ну, интересно сделано. Плюс, значит, есть сигнал такой стоп для пассажиров. То есть водитель нажимает педаль стоп, и все, он загорается, и пассажиры. Ну, есть такие вот люки. Люки есть для вентиляции салона. Ну, скажите, что автобус, в общем-то, красивый, да? Красиво сделан, места очень много. Зип, наверное, какой-то есть, да, с ним? А? Зип какой-нибудь есть. Зип уже. А, ну-ну-ну, в коробке. В коробке, да. Зип лежит. И что там в зипа? Ну там что там? Фильтра? Плоскогубцы. Плоскогубцы. А, инструмент, который пригодится, да, в дороге, да? Там еще шланги для накачки. Ага. Воронка вроде есть. А воронка хотя для... это метановый. Для чего? А, метановый автобус? Дизельный, да, был бы, значит, для Ну то есть автобус-то здесь... А, нет, чтобы доливать там... Жидкость доливать. А, жидкость доливать. Поэтому, да, двигатель. Так двигатель получается в этом отделе, да, который вот отделен? Ну, сзади получается, сзади. Открываем крышку заднюю, ага. Сразу видим двигатель. А здесь, скажем, вентилятор подняли наверх. Ага, интересно. Да, ну можете посмотреть. Интересно выполнил. А я, честно говоря, сначала подумал, что здесь туалет. Нет, не туалет. Вот он как выполнил. Ух, нифига себе. Да. А жидкость вот. Это что? Это гидравлическая, это на гур идет и сразу на вентилятор идет. Ага. Вот такое приспособление. Там на расширительный бачок. Ну да, потому что в городе как бы асфальт греется, да, здесь... двигатель греется, да. И хорошее охлаждение надо. Да, молоко. Фильтр для. Воздушный фильтр стоит. Воздушный здесь. Фильтр для всаса на двигатель. Ага. Понятно. Все. Спасибо за экскурсию. Интересно было посмотреть. Приходите еще, как говорится. Хорошо. Вот она бирочка. Значит. Ага, все-таки автобус идет в Казань. Значит, ЕБС есть. РАЛ. Переговор, водитель. Так, дополнительно отопитель в кабину. Ага. Ух ты! Он даже опускается. Ничего себе! Ничего себе, для инвалидов опускается. Классно. Воздушные подушки стоят. Ну классно, классно, классно. Вот такой автобус красивый, красный. Издалека хорошо видно. И для инвалидов есть место. Счастливо доехать до Казани. До свидания.
До свидания.